Приветствую вас, предупреждаю сразу, что вам может не понравиться то, что я скажу, потому что это может идти в определенный разрез с тем, что вы, возможно, думали или, возможно, продолжаете думать сейчас, на данный момент. Но, тем не менее. Значит, начать я хочу с очень такой банальной и мелочной, на мой взгляд, истории. На первый взгляд истории. На мой первый взгляд истории. Это то, что вы говорите, как вам вылезти из нищеты и бедности, вот. Но при этом, по факту, вот именно по факту, если говорить, вы используете интернет, как минимум. То есть у вас есть интернет, то есть вы можете, ну, к примеру, вот, пользоваться интернетом. И я, конечно, не знаю, то есть, может быть, я и ошибаюсь, но мне кажется, что если у вас есть интернет, значит, не настолько сильно вы уже и, собственно, бедны, если у вас есть интернет. Вот. Потому что все-таки нищета, у нищих все-таки и у бедных, у них интернета как бы и нет. Вот. Это первый момент, который я хотел бы вам сказать. Вот, я не жду, что вы как-то поймете меня, я не жду, что вы согласитесь со мной, потому что, ну, тут исключительно дело вкуса. Исключительно дело представления, но другой момент, более важный, чем то, что я говорил сейчас, заключается в том, что вы не вылезете из бедности до тех пор, пока не перестанете считать свое положение бедным. То есть до тех пор, пока вы не начнете радоваться тому, что у вас есть, до тех пор, пока вы не начнете использовать то, что у вас есть, до тех пор, пока вы не начнете видеть преимущество своей ситуации, какой бы она ни была. Вот, и до тех пор, пока вы не начнете, соответственно, расти духовно. То есть вот сейчас, да, на данный момент. Можно говорить о том, что вы, ну, как человек, который, грубо говоря, озабочен, да, там, приобретением какой-то материальной базы, да, вот, вы не обращаете внимания на духовные аспекты какие-то, вот, а это на самом деле очень важная история, потому что без духовных аспектов нельзя стать богатым, как это не
парадоксально звучит, потому что бедность — это такая невротическая позиция, что вот я бедный, что я хуже других и так далее. А богатый — это ощущение, что я как минимум не хуже. И поскольку никто изначально богатым не был, да, ну я имею в виду вот прям совсем-совсем изначально богатым не был никто, вот, то есть все как-то вот накопили богатство, все как-то вот, ну там, не знаю, заработали там, что-то еще сделали, вот, ну кто как, да, кто заработал, кто завоевал, кто отобрал, кто там украл, вот. А то эти люди, они тоже когда-то были, ну, как минимум, небогатыми. Вот, и вы знаете, если бы они считали себя бедными, то у них бы никогда не получилось овладеть богатством. То есть богатство на самом деле мало заработать. Именно заработать богатство мало. Именно заработать его. То есть его нужно не только, не просто заработать, да, его нужно еще удержать. Тоже такой очень важный момент. И, по сути, это одно из ключевых отличий бедного человека от богатого. Что бедный человек, он в любом случае, кем бы он ни был, сколько бы у него ни было средств, денег, ресурсов, он всегда будет чувствовать, что он, собственно говоря, бедный, он никогда не сможет богатство удержать свое. Вот. Понимаете? А тогда как человек действительно богатый, человек действительно богатый, вот, он, ну, на мой взгляд, всегда сможет удержать все ресурсы, да, которые у него есть. Вот. И это, на самом деле, является ключевой особенностью человека. И ключевым отличием богатого от бедного. Вот. Поэтому я надеюсь, что данный аспект вы так же уясните, да, и все-таки будете, ну, условно говоря, радоваться тому, что у вас есть, и использовать именно те возможности, которые у вас есть. Это такой момент. Далее, необходимо, что, продуктивно работать. Необходимо продуктивно работать, необходимо, там, к примеру, развиваться постоянно, да, необходимо постоянно двигаться куда-то, необходимо постоянно расти, вот. Да, в том числе и расти личностно, вот. Без этого, собственно, опять же, невозможно будет ничего заработать, вот, потому что без личностного роста, ну, ничего не получится, по сути. Я надеюсь, что вы это понимаете, вот. Так что необходимо, возможно, повышать свою самооценку, необходимо, возможно, несколько лучше ценить свой труд, несколько лучше ценить то, что вы делаете, вот, и, соответственно, грамотно подходить к, значит, ну, к распределению своих ресурсов и средств. Это очень важная история, кстати говоря.
А следующее, что нужно сказать, это финансовая грамотность, без которой, собственно говоря, невозможно ни одно достижение, ни одно накопление средств. Вот. С последующим его обязательным вложением, к примеру, да? Вот. А даже если ничего такого и не происходит у вас, даже если вы, к примеру, там, не собираетесь ничего вкладывать никуда, то все равно, так или иначе, средства вам, они все равно, ну, нужны, потому что, значит, ну, как бы, нужно, чтобы был такой вот своего рода, ну, избыток своего рода, да, излишек средств, вот, чтобы можно было, к примеру, почувствовать, что вы там можете себе позволить что-то. Вот. Короче говоря, чтобы дело ограничивалось, да, не только тем, что, чтобы выживать. Вот. Но это, опять же, финансовая грамотность, да, то есть достаточно жесткая схема учета расходов и доходов, вот, на мой взгляд, по крайней мере, вот. Потому что если не контролировать свои доходы и расходы, если, к примеру, если бесконтрольно тратить деньги, допустим, свои, вот, то вы никогда не добьетесь ничего, вы никогда не добьетесь никакого выхода из-за черты бедности. Вот. Ну, если оно, допустим, существует объективно. Вот. Поэтому очень важная история, очень важный момент, чтобы вы именно вот осваивали осваивали финансовую грамотность. Вот. Без финансовой грамотности ничего невозможно. Вот. К сожалению. Ну, к сожалению или к счастью, это уже на самом деле детали. Вот такой можно вам дать ответ на ваш вопрос. Я надеюсь, что это было полезно вам. Надеюсь, что вы сделали или сделаете для себя какие-то выводы. Вот. И если вам потребуется помощь, да, то вы обязательно обратитесь к нам, специалистам, чтобы мы помогли. А если у вас остались вопросы ко мне по моему ответу, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. А я желаю вам всего самого доброго и удачи!